Сегодня у нас 12 июля 2018 года, четверг. Ну вот мы показали, где прорва была, потом покажем. И вот это все вручную выкопали туда, внутрь. Вот это, дойди на лопат, это нынче. Теперь смотри куда, чтобы вода сходила, это по уровню все стоит. Какой вход сделали, запечатали. Без комментариев, глупости нам не надо. Проходи дальше. Как это работает, нам объясните? Очень даже просто. Вода оттуда будет подтекать и туда уходить. Это когда весной? Весной, чтобы она тут не прорвала. Тут надо поднять еще сейчас. Немножко. Понятно. И вода вот до сих пор дойдет, она вон она где рядом, и она пойдет по коробу. А если надо поднять уровень воды, у нас спрятанные доски. Вон, видишь, там паз. В этот паз закладываем. Вижу. Две доски. Проходи. Так, проходим дальше. Ты только учти, что все вот то, что ты видишь, это все вручную делали. Липнет, дождь идет, а мы продолжаем работать. Здесь Никитины как, руки. Как поставили? А? Посмотри. Вот это почему сюда вытащил, далеко оттуда. Здесь целик, не насыпное. А насыпное, она ее как песок пронесло и все. Проходи дальше. Это единственное у нас 32 метра. 32 метра, это все по уровню, все вниз идет дальше. Там у нас доски лежат, а под досками забито шерстью, чтобы вода не проникала. Вон, видать, валяется. Да, видно. Теперь смотри. Так, Виталий. Виталий, иди за той стороны, сойди туда и по ней пройдись, туда-обратно. Все за ним следом, от самого начала пройдите, иди туда. Все, кто не был здесь, иди с той стороны. Так, иди по низу. Иди с молитвой, а потом там поблагодаришь Бога, что тебя не было. Ты бы помер от страха. Давай, странник, Господень. Смотри как. Вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Я десятый. Вон как, видишь как, ловко. Виталий, ну ты что, ну вот так же. Виталий не может зад перенести. Вот так, красиво. Самый импозантный зад. Да я прыгну, ребенок. Так, перелазьте. Вот так, теперь смотри. Если оттуда пойдет скотина или здесь, мы сделали ограду, перегородили. Ты видишь, нет? Да. С каким основанием это все сделано? Так. Теперь посмотри, я еще раз говорю. Вон там, где березка, мы там купались. Кажется, вон та одна, которая стоит. На 10 метров я отплыл, руки поднял и на дне. А здесь вот ходили, рыбачили до пояса, самое большое. А площадь вот этой, она где-то там от рожек идет, почти на 400 метров туда к лесу ушло, залитое сейчас. Тут утки появились, новые, все это. Это микроклимат меняется. Это да. Тут я с вами согласна. Опа. Так, уходим. Надо. Дальше поднимайтесь туда, вон туда на бугор. Смотри, красивый какой берег. Вот какой пол сделали здесь. Шарик, смотри, чтобы вода не промывала, как сделано. Доски начинаются здесь. Мы здесь вырыли, пробили, и теперь забили новое, посмотри как. То есть наша задача весной поднять воду. А шарик сам не купается? Что? Шарик сам не купается? Здесь? Да. Ну, может быть, кто-то купается, я не знаю. Наша собака бы уже давно нырнула. Ну, и надо пускай. А шарик нет. Шарик, он там купается уже. Где? Он боится, он на берегу, он там стоит. Да ну, он уже скупался. Шарик. Как шарик. Шариков где наш? Шарик. Вон он, видно, только трава шевелится. Шарика нет. Шарик. Где он застрял? Ну, цепи у него нету. Нет. Шарик. Ну-ка, крикни, он на ветер не слышит. Шарик. Вот он. Да хороший. Иди сюда, шарик. Вот он где. Маленькая собачка с большим сердцем. Погладь его. Вообще берег красивый. Так, пойдемте теперь туда, где мы обедали. Вот смотрите, вот здесь жили Потеряевы. Вот здесь у них было. Тут их арестовали и сослали.
А она в невичестве была Рыжкова. Сергей Павлович едет. Где он? Игнат Игоревич, а Богородской травы тут нет? Полно. Ну, покажите, сколько какая. Хочешь. Ну, сейчас продаем. Это донник. Какой собирать-то можно к чаю? Вот, сейчас пойдем. Давайте поднимемся туда. Сергей Павлович, а с кем он? С Володей. Вот у них на этой стороне что-то было, дом. Сейчас мы посмотрим, какой был дом. А это вот работал бульдозер сейчас, и он-то нагонял туда. Так, посмотрите там где-то в кусты, посмотрите, там яма какая. Это дом был. Так, сюда идите. Вот холмик. Это самое высокое место. Мы тут обедали всегда. Я, Володя и этот Марина. Вот здесь мы сидели. Так, все понятно? Сейчас мы будем искать ягоду. Ягоды много вон там около берез, но там высокая трава, зеленая еще. Вот тут трактор работал, мы боялись, как бы он тут что не нарушил. Это все земля Потеряевская была. Вот эти деревья растут, они растут вдоль улицы. Вот, смотрите, большие это. Здесь жил последний бухта. Как будто бухта. Так, все.